И опасная атака у гостей, бросок! И шайба в ворота! Наблюдали и в первом периоде, сейчас также действуют нижегородцы. И опасно у ворот ярославцев, и это гол! Забрасывает шайбу Анета Тайралова. Скиф в атаке. И гол! Каким-то непостижимым образом шайба попадает в сетку ворот. Очень хороший опыт для главного тренера поучаствовать в таком матче. И у нас забрасывается четвертая шайба в ворота ледяных крыльев. Перехватывают здесь гости. И убегают в свою контратаку. 3-1 вываливаются и смотрят. Гол! Дубль. Дубль в сегодняшней встрече от Алены Старовойтовой. Ольга Прокопенко и Мария Надеждина. Надеждина, да. И у нас опять опасная атака. И это заканчивается 6-й заброшенной шайбой. Не успел я рассказать, кто же в ассистентах у 5-й заброшенной шайбы. И здесь у нас уже залетает в ворота ледяных крыльев 6-я. Пыталась навязать борьбу. И контратака у команды Скиф. Бросок и гол! Какой же неимоверно точный бросок получился у Алены Логиновой. И опять убегают в контратаку гости. Получился бросок у Виктории Кулешовой. Броска начинают розыгрыш лишнего. Опасно сейчас у ворот. Смирнова. И какой же момент! И это гол! Да, мне показалось сначала, что Полина Шакирова справилась с этим броском.